Легенда о кольце принцессе и колдуньи – это средневековая рыцарская история. Добрая сказка об удивительном мире чудес и превращений, где любовь, честь и благородство всегда побеждают зло. Спектакль поставили по сказке Николая Пинчука. Артисты, исполняющие роль принцессы и колдуньи, играют две роли попеременно. Екатерина Баранова отмечает, такое перевоплощение дается не так просто. Роль у меня необычная. В начале спектакля я играю принцессу. С такой вот рафинированную, нежную, очень... привыкшую, что с ней все считаются. А дальше у нас идет превращение, и я начинаю играть колдунью. Это и пластически трудно, потому что пластика меняется, голосово все себе. Ну и, конечно, это должно зло из тебя исходить. Это очень трудно. Роль Елены Сапегиной – злая волшебница. Прикинувшись нищенкой, она завладевает волшебным кольцом. Это колдунья злая, которая отбирает у всех молодость и красоту. И, собственно говоря, она заметила в гордой принцессе возможность воспользоваться этим и сделала все возможное, чтобы это произошло. По сюжету сказки высокомерная девушка отвергает рыцаря и его подарок – волшебное кольцо. Король узнает об этом, желает заполучить кольцо и отправляет принцессу на поиски. Тогда и происходит превращение. «И протяните к ней свои ослепительные ручки!» Не по своей воле гордячка принцессы меняется телами со злой волшебницей и теперь вынуждена жить в образе нищенки. Остается только надеяться на чудо, которое, конечно же, случается. Виктория Швецова, Владислав Петров, служба новостей.